Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Донни, и сегодня мы снова играем в мобильный КРМП на Black Russia Roleplay. Ссылочка на проект есть в описании к этому ролику, играйте вместе со мной. А также, ребята, в описании к этому ролику находится мой промокод, при использовании которого вы получаете очень приятные плюшки для старта игры. Чтобы ввести промокод, нужно в чате ввести /промо, таким получается образом, и далее ввести промокодик, который вводится очень просто, # Донни, таким получается образом, далее ввести. И вы получаете приятные бонусы. Итак, ребят, потихонечку мы семью развиваем, и у нас уже в семье сколько? Давайте посмотрим. Нас уже, 772 человека, вообще было больше, было 800 вчера. То есть сегодня уже, может быть, было бы 900 даже, но дело в том, что очень многих семьи управляющие убрали. В основном за разные беспределы и так далее, поэтому семья потихонечку у нас стабилизируется. Ну и также вы спрашивали в плане автомобилей, в плане автопарка, вообще почему они с 5 ранга, давайте мы посмотрим. Автопарк у нас стал, получается... Камри у нас с 3 ранга, BMW со 2. То есть, если вы на 2 ранге, вы можете использовать BMW. Если вы на 3 ранге, вы можете использовать Камри. Вот, например, BMW, да, наша тачка из семьи. Вот катается тут Роман, да, значит, на BMW. Поэтому, в принципе, попасть на 2 ранг очень просто. Нужно просто иметь 6 левел. Чтобы попасть на 3 ранг, нужно иметь 15 левел. За повышением, ребята, обращайтесь к управляющим. Итак, сегодня, ребята, я хочу сделать одну очень важную вещь. Сегодня я хочу... Так, можно я куда пошел? Ребят, сегодня я хочу купить Гелендваген, но не один, а целых два. Потому что, как вы знаете, я хочу дать Гелендваген управляющим. Но вот я вот понять не могу, ну зачем? Да вот... Вот это нормально? Вот вы спрашиваете, почему я выгоняю вас из автомобиля? Потому что вот я беру, заспанил свою тачку, ее просто, собственно говоря, взяли и забрали. А мне еще как бы заниматься тем, что я буду искать свою тачку после того, как я ее открыл. Ну как бы, ребят, ну такое себе. Если я открываю, ребят, машину, пожалуйста, ну не угоняйте вы ее у меня. Сядьте рядом, если хотите, но не нужно ее угонять. Ребят, сегодня я хочу купить себе два гелика. Точнее говоря, один для себя, один для семьи. Конечно, хотел сначала купить два гелика для семьи, для управляющих, но всего... В семье можно иметь 5 тачек, к сожалению, поэтому... Ай-яй, осторожно, ребята, я извиняюсь. Вас очень много, вы на дороге, я извиняюсь. Так вот, всего можно сделать 5 машин для семьи, поэтому, конечно, я бы выдал бы там и 6, и 8 машин, и даже 12 машин для семьи, но всего можно 5. Поэтому, в принципе, 2 BMW у нас есть для первого ранга, Камри для 3 ранга, и для управляющих я куплю один гелик, который они смогут спокойно управлять, там, ездить на разные дела, там, за контейнерами там сражаться и так далее. Поэтому, если что, вы знаете, что для вас управляющий теперь появится у нас гелик. Так, а что у нас здесь такое? Ну, вот это вот... ну зачем так вот ставить тачку? Ну, скажите мне. Вот это прям вообще такое себе. А, подождите-ка, я приехал-то не туда, куда надо. Я приехал в средний автосалон. Нам нужен самый дорогой. А дорогой автосалон, как мне известно, находится... Блин, я поехал вообще в другую сторону, поэтому сейчас придется искать его. Я поехал реально просто не туда. Можно как-то мне развернуться? Так... Ай-яй-яй, да, блин, сколько вас здесь, ребят, осторожненько, прошу вас, все, мы проехали. И также, ребят, сегодня я хочу купить себе крутой номер, потому что, как вы, ну, куда-то по встречке едешь, ну, зачем вы так все ездите? Как вы знаете, у меня на Мерсе есть номер, он 001ОО, да, я хочу также купить себе потом крутой номер на гелик, поэтому, так, где у нас находится автосалон, он находится, получается, у нас вот здесь, вот, в принципе, да, хорошо. Ехать нам как раз через Арзамас, поэтому поехали, так, нитру мы прожимаем и тапку в пол. На самом деле, вроде как гелик стоит около 38 мультов и... Около 38 мультов. Вопрос, хватит ли мне денег? Конечно, если что, я переведу из доната. Вот, но, блин, конечно, гелики, они очень дорогие. Вроде бы они 118, если не ошибаюсь. А у меня всего 34, поэтому этого не хватит на 2 гелика. Короче, ладно, летим в сторону автосалона. И сейчас там, ребята, мы все и узнаем. Надеюсь, я иду правильно, да ведь? Вроде как да. Всем, кого я встречаю в игре, ребят, вам отдельный привет. Вы вообще красавцы, что играете вместе со мной. Только, ребят, идите со что. Я, бывает, не всем отвечаю, потому что вы в игре меня встречаете и спрашиваете там разные вопросы и так далее. По всем вопросам, то есть все ваши вопросы, которые вы задаете, я на все эти вопросы отвечаю в видосе. Поэтому, если что, то скидывайте ролик друзьям, тем, кто не знает вообще правил инвайтов, правил повышения и так далее. Просто
скидываете ролик этим людям, и они будут знать все о правилах и так далее. Кто принимает, как повышает и так далее. Все, ребята, это есть. Вся информация. Так, прибыли мы в лакшери автосалон, и здесь я сейчас планирую купить себе два гелика. Вопрос, хватит ли мне или нет. Так, но сначала нам нужно, получается, выйти и убрать машину. Вводим слэш-кар, и нужно, так, выгрузить транспорт сервера, да. Так, теперь мне нужно купить Гелендваген. Вопрос, сколько он стоит? Надеюсь, подешевле, чем 18 мультов, хотя вроде бы он так и стоит, если не ошибаюсь. Так, Демон, так, Цешка, Геттер, Эскалейт, X6, Панамера, Каррера, M5, так, это ясно, R8, I8, 3, да, видимо, он стоит реально около 17.50 он стоит. На самом деле, мне как раз хватает вплотную. Вот просто вплотную мне хватает, но, как вы понимаете, нужно будет все-таки перевести немножко денег в наличку. Так, давайте мы сделаем, я думаю, что в плане цвета, я думаю, скорее всего, куплю себе черный на белом гелик. И также для семьи, потому что, конечно, можно либо черный на черном, это прям вообще опасно смотрится, просто гляньте, пушка, да? Я думаю, что да, я думаю, что стоит купить все-таки черный на черном, потому что, конечно, черный на белом прикольно смотрится, да, согласитесь, тоже. Но хочется купить именно черный на черном, поэтому покупаем так, приобрести, да, хочу приобрести. Та-дам! Так, собственно говоря, машина скоро появится у меня. Итак, значит, я еще хочу перевести немножко денег... У меня есть донаты, я хочу перевести немножко денег в рубли. Конвертация, так, в игровую валюту, 1 рубль, это 1000. Давайте мы переведем, наверное, 1000 рублей, либо 2000 рублей, сколько это будет, сейчас посмотрим. Если мы переводим, получаем 2 ляма, в принципе, этого нам хватает, да, как раз. Отличненько, сейчас мы забегаем, и, ребята, покупаем еще один Гелендваген, да. Так, давайте мы его сейчас найдем, он как раз, если мы будем, он у нас, по идее, вот он как раз. Покупаем его точно таким же, черный на черный, да, самое-самое то, как раз прям красиво. Так, приобрести, да. Итак, сейчас мы делаем, вводим слэш-команду, слэш-кар, да, и нужно найти Гелендваген G65 AMG, отметить его, загрузить транспорт. Так, мы его загрузили, и, ребята, вот он мой новенький Гелендваген, просто посмотрите. Но, ребят, на самом деле, это не мой гелик, ну, точнее говоря, это, разумеется, мой, но я его сделаю для семьи, именно эту машину, она будет для семьи. Так, пацаны, садитесь все в тачку. Так, все, все сели, да, по идее, как я понимаю. Только из руля не выкидывайте меня, пожалуйста. Вах, просто гляньте на него. Вот это, ребята, солидно. Вот это, я понимаю, тачка, да? А, как вам? Вот это, ребята, гелик будет для семьи, для управляющих. Пока у нас всего 7 управляющих, если я не ошибаюсь. И они все как бы потихонечку занимаются инвайтами, занимаются повышениями, занимаются тем, что они следят за семьей, чтобы никто не беспредельничал и так далее. Все это они как бы делают. Также они занимаются тем, что повышают рейтинг семьи. Это тоже очень важно. Так, ну, в принципе, все. То есть, гелик у нас куплен, и мы едем в сторону дома. И прямо сейчас я доберусь до дома, припаркую его около дома и сделаю его геликом как раз-таки-то для семьи. Ну, просто гляньте на него. Вах, какой он крутой. Единственное, что, конечно, у меня теперь не осталось денег, а слово совсем. Очень мало у меня осталось денег. Там буквально сколько там? 2 миллиона, да, у меня осталось, если не ошибаюсь. Прямо очень мало денег, но, ребят, все для семьи. Конечно, я себе купил гелик, но и для семьи тоже у меня будет свой Гелендваген, теперь пацаны смогут кататься на разные там дела, там встречи, там переговоры и так далее, на крутецком Гелендвагене G65 AMG. Это очень круто. Так, ну в принципе мы уже потихонечку подъезжаем к дому нашему, да, сейчас мы здесь поворачиваем направо. И надо будет еще как-то потом постараться купить крутой номер, опять-таки из доната, потому что крутые номера на выборы выпадают именно из доната. Вот, поэтому будем думать, как его выбить и какой, самое главное. Можно ввести вообще любой номер, главное, чтобы он не был занят. Вот как я выбивал номер для своей акулы, да, как вы понимаете. Так, все, открываем мы ворота, заезжаем вот таким вот образом и припаркуем его прямо около выезда, потому что это у нас царский гелик. Как вы знаете, у нас Камри паркуются как бы вот с дальней стороны, Бэхи паркуются вот с ближней стороны, ну а гелик, как царская тачка, просто будет прям стоять по центру. Так, все, мы ее так глушим. Далее мы, значит, ее что делаем? Мы нажимаем припарковать. Так, транспорт припаркован, отличненько. И теперь я передаю ее во владение семьи. Так, слэш-кар.
добавить авто в семью. Да, добавить. Итак, мы ее добавили. И далее теперь нам нужно так /fm ввести и поставить именно эту машинку. Настройки семьи. Так, право доступа к автопарку. Так, вводим G65 AMG. Так, и вводим ранга 4, да, чтобы гелик у нас был именно с 4 ранга. Так, все, у нас, по идее, настроилось, да, если не ошибаюсь. Давайте мы проверим. Так, автопарк, ранги. Так, Гелендваген, да, с ранга номер 4. Отличненько. Итак, теперь не нужно забрать... кто-то уже сидит за рулем гелика, что-то я не понял, пацаны. А, точнее, рядом. Хорошо, далее нам надо теперь ехать за моим геликом, потому что мой гелик все так же стоит около автосалона. Давайте мы его сейчас респанем сначала мою акулу, да, так загрузить. Так, все, она появилась. Так, сейчас я ввожу команду /lock, да. Так, все, садимся за руль. Не, ну согласитесь, что гелики, как бы, это реально сильно. Это реально сильно, это реально круто. И единственное, что... А, пацаны, я из-за вашего чата не вижу дороги, пацаны! Осторожненько, так, мы проезжаем. Сейчас нужно налево, по идее, повернуть, да. Все правильно, сейчас мы так вот... А, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, сейчас бы мы тут аварию устроили с тобой. И да, ребята, если вы еще не играете на Black Rush Roleplay, то заходите, скачивайте игру, ссылочка на проект есть в описании. Это у нас GTA на телефоне, на андроиде, поэтому скачивайте, играйте вместе со мной. Со второго левела мы принимаем в семью всех. Только, ребята, одна есть очень важная просьба. Вводите свои ники максимально реалистично, чтобы они были максимально похожи на реальные ники. Потому что если они нон-РП, то управляющие, короче, заставляют либо ники менять, либо они семьи выгоняют. Тоже это очень важно. Потому что по правилам сервака нужно, чтобы у игрока был реальный ник. Это очень-очень важно. Так, сейчас мы убираем, значит, слэш-кар. Так, мы убираем, значит, выгрузить акулу. И, ребята, сейчас мы загружаем, так, слэш-кар. Мы загружаем G65 AMG, мой новенький, который... Где он? Вот он, ребята, мой еще один гелик. Я купил себе 2 гелика за один видос. Офигенно! Просто вы гляньте, что творится. Так, давайте мы его сейчас откроем. Все, мы его открываем. Садимся за руль. Так, пацаны, прыгайте. Так, сейчас мне нужно сделать одну очень важную вещь. Мне нужно выбить крутой номер на гелик, поэтому сейчас мы так машинку закрываем, да? И далее я сейчас постараюсь выбить по-настоящему крутецкий номер. Так, заходим мы сейчас в донат. И далее, так, просмотр. Мне нужен, значит, военный билет. Так, название семьи. Так, лицензии, количество, т-т-т-т. А, изменить транспорт, изменить номер транспортного средства. 85 рублей, но, ребят, нифига не так, как бы. Если вы вводите крутецкий номер, это будет стоить очень дорого. Итак. Ну, конечно, можно постараться что-нибудь типа А, потом, например, 777 и еще как бы АА, но, видимо, это будет, да, это уже занято, как вы понимаете, поэтому сейчас надо будет как-то стараться искать номер, потому что, опять-таки, все самые крутые номера уже, конечно, заняты. С другой стороны, можно, опять-таки, сделать такой же номер, как у меня он есть на, получается, акуле, типа О001ОО, только, например, О002ОО. В принципе, тоже прикольно. Либо 007, то есть в таком духе. Но я хочу таки постараться, типа вот Х, например. Потом вводим 777 и ха-ха, да, таким вот образом. Тоже занят. Ну, конечно, все такие номера, они заняты. Я даже не знаю, что еще можно. Ну, давайте, ну, конечно, вариантов-то много. Можно прямо очень долго сидеть и попытаться как-то выбить крутой номер. Да, давайте, например, введем мы А, потом 555 и... А, тоже, видимо, будет занят, да, скорее всего. А, можно купить за 1035 рублей. Это жестко, да, мы покупаем. Так, далее мы давайте выйдем из руля. И сейчас мне нужно, так, открыть, значит, инвентарь. Инвентарь и далее, так, номер использовать. Так, все, я поставил номера на гелик. Они появились? Они появятся после перезахода. Так, а вы успешно поставили номер, нужно перезагрузить, чтобы он появился. Давайте мы так и сделаем, /car. Так, значит, мы выгружаем сейчас гелик. И опять вводим /car. И гелик мы сейчас загружаем. Так, загрузить. Так, выбрать, загрузить. И... та-дам, ребят, крутецкие номера на гелик уже у меня стоят. Офигенно, это очень круто. Теперь осталось добраться до дома и припарковать его около особняка. Так, все, все сели, пацаны, все красавцы. Так, все сели, а кто-то не успел сесть. Садись, Роман. Рома, Рома, прыгай в тачку. Давай-давай, красавчик, все, прыгай. Так, все, мы тачку закрываем и все, мы закрываем ее. Ну что, ребят, просто гляньте на эти номера. На этот гелик просто гляньте. А555АА. То есть просто вах. Он по-настоящему тачка, которая, ну, достойна внимания, я отвечаю, ребят. Поэтому лайк за такие две тачки. Купили 2 гелика за один видос. И купили просто блатной номер за 1035 реальных рублей. Это реально очень дорого. Самое главное, что, ребят, я думаю, что, возможно, не все знают, но на Black Rush есть вид от первого лица. А? Как вам такое? То есть...
Мобильная игра. Это мобильный КРМП и вид от первого лица. Просто гляньте, это вообще прям пушечно смотрится. Ну, конечно, я играю с геймпада, как вы знаете, да, поэтому, возможно, у меня немножко по-другому это все реализовано, но в целом это реально очень круто, что так вот все сделано. И, блин, осторожненько, осторожненько. Главное, чтобы нас никто не врезался, потому что хотелось бы довести гелик в целости и сохранности до базы. На самом деле это получается делать очень редко. Вот скутеристы здесь у нас респаун, поэтому очень опасно, очень страшно. Все, мы проехали. Так, отличненько. Здесь у нас что? Здесь у нас стафор на желтый. Я уже успевал на желтый. Вы что? Я же почти успевал на желтый. Ладно, ребят, забыли. Никто этого не видел, короче. Так, все, мы подъехали уже к особняку. Здесь у нас припаркована акула. Я думаю, что имеет смысл поставить где-то, наверное, гелик свой. А давайте поставим его с той стороны. Вот, наверное, как-то вот здесь. Потому что около ворот ставить не люблю, потому что все обычно вот свои тачки ставят около ворот. И чтобы машина не появлялась там внутри другой машины, мы сделаем, наверное, вот таким вот образом. Так, а это мы закроем. Итак, мы сейчас должны припарковать Гелендваген. Транспорт припаркован, и в принципе все. В принципе все, ребят. Вот такой у меня как бы новенький Гелендваген за 17 миллионов рублей. Тачка очень дорогая. И еще, ребята, у нас здесь номер за 1000 рублей. Это очень круто. Это реально очень круто. И самое главное, что у нас есть еще один гелик. Поэтому, если мы сведем команду /FM, далее зайдем мы, значит, в автопарк. У нас здесь есть опять-таки Гелендваген. Он загружен. Интересно, где он находится, потому что я его как бы не загружал вроде как. И вот, ребята, еще один Гелендваген. Просто гляньте, это же офигенно, ребят. Поэтому лайк за такие тачки, две. Ну, ребята, сегодня мы на этом будем сегодняшний ролик заканчивать. Ставьте лайки за эту серию, потому что сегодня мы потратили реально очень много денег. Реально мы потратили огромное количество денег. Поэтому, надеюсь, вам эта серия понравилась. Ставьте лайки и играйте вместе со мной. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.